Hey, yo, guys, с вами Шимики, и, как я говорил, это, скорее всего, заключающая серия, и да, это игра Rusty Lake Hotel. Поехали! Так. Текст. Вызываем лифт. Нам нужен еще один ключик, чтобы открыть вот эту шкатулку. На второй этаж мы едем. Так. Сюда. Комната 5. Мисс Голубь. Голубка. Ну, извините, здесь уже понятно, как ее грохнуть. Почему музыка играет? Она громкая просто. Ой-ой-ой. Надеюсь, музыка будет просто не громче меня. Коды искать. Рычаг не работает. Хорошо, нам, значит, нужно с вами теперь искать. Ё-моё. Чёрный куб? Белый куб. Это у нас... Блин, слишком расчёты должны быть точные. Да ладно вам. Но это 5 точно не может быть. 2-2. Пускай эти будут по единице. Значит, это 3, это 6. Кусок бумаги. Не, знаете, я лучше музыку выключу. Ключ. Кусок бумаги. А, стоит тут что? Как ключ нашел. Хорошо, у нас типа кружится круг. Ключ, значит, отсюда. Кукуруза. Опа-на. Мне нужно его типа... Чтобы он не зашел, не выбежал. Хорошо. Довольно это просто на самом деле. Все, он уже в ловушке. Жук-олень. Так, ладно, давайте сразу математическую эту херь делать. Пускай, хорошо, у нас круги будут по... Хотя здесь один круг. По двойке. По тройке... Один треугольник точно тройку не может быть. Самое большее, скорее, здесь будет квадрат. Хотя, если верить этому... Здесь квадрат будет побольше. Но не суть. Квадрат. Так, два треугольника. Пускай, ладно, это три. Эти по одному. Это самое такое будет. Нормально. Пускай эти будут по... Два, это три. Тогда да, здесь получится. И здесь тоже получается. Значит, три и два. Где у нас с вами... Теперь это 1, это 3. Так, остается понять, сколько у нас вот это и сколько у нас вот это. Хорошо, если у нас 3. 3, значит, это 6. 6.
6, 6, это 8. 6. Раз сделаю. 8. Так. 1. 3. И... В чем проблема? По идее, я правильно все посчитал. Если по одному эти будут, тогда этот будет у нас 3. 3, значит 1. Если это 3, то мы просто... 3 минус 9 будет 6. Камон, 6, 6 просто прибавляем, двойку будет 8, то есть это 8. И где я неправильно сделал? Я понял, все, я тупой. Наоборот, это 8, а это 6. Так, троечка. У меня мышка просто на... Да, да. Хорошо, теперь мне нужно как-то вольты провести, да? Есть смысл то, что я сейчас делаю. Где-то я видел здесь... Давайте я просто на те... А, по ней только по одному можно нажимать. Ключ. Жока будешь? Хочешь, как хочешь. Думаю, один ключ от этого я понял. Значит, ключ я мог по кусе оставить. Это радиостанция, да? Сюда, сюда, сюда. Короче, 3, 1, 1. Короче, 3, 1, 1. И до конца. Поехали. Ключ готовым. Так, где этот птиц? Так, жука туда поместить? Нет. И что мне делать? То есть... Ай, как я? Я не мог запустить его. О! А последний где-то непонятно. Где по... Вот последний. Но я не знаю, где... Мне нужно, получается, последний треугольник... О, круг. Блин, треугольничек, короче говоря. Но дело в том, что я не знаю, где его взять. И где он может быть хотя бы с... Вот он. Все. Мы выполнили. Да. Так, горит. Все горит. Так, а что мне к тебе нужно? Голубь в ежевичном соусе с картошкой. Ладно. Будет без остальных ингредиентов. Продолжить. Так. Неужели последнюю еду мы должны отнести в сове?
О. Да, извините, поздно использовать уже этот ингредиент. Да ладно вам. Что, правда? Так, ладно. Готовь. Пятый ужин. А кто хавает? О. Еще дринк. Типа вы пьете или там типа того? Типа отнесите сове, я не понимаю, почему оно не до конца на русском. Хотя и на сайте, да, с этой игрой. Ну вообще не на сайте, а если можно ее играть по сети, когда вот твой куб кубы проходил. Там вот была одна из них. Так, ладно, забрать ключики. Так, четвертый, пятый. А. Сейчас я не понял. Почему не подходит? Подождите. Вот здесь, кажется, голубка была. А, типа я должен был еще запоминать, как они называются, да? Вы молодцы. А я не запоминал. Печати. Хорошо, ворон. А, так, проверьте, что нужно мистер Сове в его комнате. Ладно, не вызывается. Тогда погнали к нему. А у нас еще есть минус один или плюс один. Да, мистер Сова, зайти. Комната 6, мистер Сова. Что, я думал, это кошак? Это не кошак, а летучая мышь, оказывается. There we are. Ну вот, the сегодня последний dinner. Вечер. Thank you for all. Спасибо за эти воспоминания. The lake will be grateful. Озеро не забудет этого. Take a look at the black. Взгляни на черные кубики. Тихо, что? Взглянул. Но я взглянул, говорю. Черепа не нажимается. И что мне с ними делать? О, тут еще были, оказывается. Я просто их не заметил. Ключ не только к прошлому, но и к будущему. Гляни же. Так, муха, отъеби. Так, тихо. Так, лифт, лифт, лифт. Это мы? Куда мы поднимаемся? Подожди, я должен типа был там, да, оставаться? Это мы с Эрили с вами? Ладно, допустим, ничего не буду трогать. О!
Продолжение следует. То есть мы с вами поднялись из-под воды. Ваше блюдо. Секретное фирменное блюдо Rusty Lake. Чего себе. Ну, типа, как-то так. Оказывается, мы с вами человек. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.